руководитель. Правительство России распределило гранты общим объемом почти в 3 миллиарда рублей среди субъектов, чья деятельность органов исполнительной власти по итогам 2013 года получила высокую оценку. В этом рейтинге Чувашия поднялась с 20 на 14 место, за что получила премию в размере более 165 миллионов рублей. На видеоконференции с руководителями органов исполнительной власти глава Чувашии Михаил Игнатьев объявил, что на эти деньги будет построен детский сад в столице республики. На совещании обсудили и другие вопросы. Исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Сергей Безруков доложил о ходе реализации мероприятий по электрификации новых улиц. В рамках республиканской программы за период с 2010 по октябрь 2014 года завершено строительство 217 объектов, подключены к сетям электроснабжения 147 и зарегистрировано в муниципальную собственность 110. Но сделано еще не все. По состоянию на 30 октября 2014 года остаются незавершенными 6 объектов. Это один объект в Маргаушском районе, 3 объекта в Канарском районе, 2 объекта в Красночитайском районе. Завершение строительства по ним запланировано в срок до 20 декабря 2014 года. Министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова рассказала о ходе проведения иммунопрофилактики гриппа. На сегодня привито примерно 20% населения республики. Все же у некоторых людей прививка вызывает опасения. На вопрос, стоит ли прививаться от гриппа, нам ответил главный иммунолог, аллерголог Минздравсоцразвития Чувашии Тамара Петрова. Смотрите программу по существу сразу после выпуска новостей.